С 10 июня и все лето на манеже Владивостокского цирка заслуженный артист России Гии Эрадзе представит новое грандиозное шоу «Бурлеск» – настоящую жемчужину российской государственной цирковой компании, созданную на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. 120 артистов, 18 автофур, декораций и оборудование прибыли в столицу Приморья, чтобы удивить жителей и гостей Владивостока. Мы просто счастливы приехать в этот прекрасный, замечательный город. Мы очень долго ждали, чтобы приехать именно во Владивосток. Увидеть шоу «Бурлеск», собранное из номеров, ставших обладателями «Золотого клоуна» на фестивале в Монте-Карло, могут и жители Владивостока. Это новая постановка. На 3 часа зритель погрузится в настоящее искусство, переисполненное спецэффектами, авторской музыкой и эксклюзивными костюмами. Шоу «Бурлеск» – огромное количество номеров, мы сегодня говорили уже, это 3 часа, и жанры сложные, и дрессура животных, которым необходимо репетировать, и акробаты на встречных качелях, акробаты на турниках, воздушные гимнасты, балету тоже нужны репетиции. И репетиции эти происходят постоянно. На манеж выйдут яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты Королевского цирка и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях, ловкие жонглеры на стрелах, сказочный пегас. В финале шоу из-под купола цирка льет дождь, в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера, погружаясь в любовь, демонстрируют сложные трюки и вызывают бурные овации публики. Именно в этом шоу представлен грандиозный номер – групповая трансформация Фаберже, которую мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже – яйца Фаберже, ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Этот номер покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей Владивостокского цирка. Премьера нового шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» состоится уже в эту субботу, 10 июня во Владивостокском цирке. Гастроли продлятся все лето. Виктория Летита, Денис Надельный, Светлана Норик. Городские новости. Артемовский телеканал «Лента».